Доброе утро! Меня зовут Марина Нефедова. Я детский инструктор по фитнесу. Сегодня мы проведем занятия по растяжке. Присоединяйтесь и занимайтесь со своими детьми. Ручки наверх. Потянулись высоко. Высоко-высоко потянулись. Высоко-высоко. Вниз. Наверх ручки подняли, ножки стоят. Ножки поставили широко. Ручки в стороны. Потянулись к одной ручке. К другой. К одной ручке. К другой. Теперь наклонились. Ручку в сторону. Как будто мы ветки на деревьях. Идут сильный ветер, и мы качаемся. Низко-низко. Димочка, осторожно. Не падаем. Держим равновесие. Аккуратно наклоняемся. А теперь потянулись вперед. Спинка прямая. Спинка прямая. Ниже, ниже, ниже. Поставили ручки на пояс. Поставили ручки на пояс. А теперь по кругу. Аккуратно. По кругу вот так. И в другую сторону. А теперь ручки широко поставили, наклонились и делаем упражнение мельница. К ножкам. Медленно, чтобы все мышцы растянуть. Медленно мельницу. Спинка прямая обязательно. Вот к разным ножкам. Поставили ручки на пояс. Потянулись медленно-медленно вправо. И стоим, не падаем. Потянулись медленно-медленно влево. Ножки, две ножки стоят на полу. Теперь потянулись к правой ножке. Медленно ножки прямые, коленочки прямые. К левой ножке потянулись. И в центр. Пальчиками достали до пола ножки, коленочки прямые. Поставили ручки на пояс. Переходим на занятия на ковре. Ложимся. Коленочки с ручками. Так, сейчас будем изображать кошечку. Злая кошечка, спинку вверх выгнули. Вверх, кружком, спинку. Вот, молодцы. Вниз спинку выгнули, добрая кошечка. Головку подняли высоко-высоко. Выгнули спинку, злая кошечка. Кругом. Прогнули спинку. Голова наверх. Теперь легли на ковер. Легли на ковер. Легли на ковер. Змейку изображаем. На ручках подтягиваемся и назад смотрим. Аккуратненько. Посчитали до трех. Раз, два, три. Обратно легли, отдыхаем. Ножки вместе. Поднялись. Посчитали до трех, смотрим на потолок. Раз, два, три. И последний раз. Поднимаемся. Считаем. Раз, два, три. Опустились. Теперь встаем на коленочки. На коленочки встаем. И прогибаемся назад. Отдыхает спинка, ручки на полу. Ручки на полу, головку спрятали. Вот, молодец. Размяли спинку. Переходим к упражнению бабочка. Садимся, ножки вместе. Держим ножки. И полетела бабочка. Коленочками. Полетела бабочка. Сильнее, сильнее, далеко летит. Приземлилась, ножки как можно шире. При этом можно помогать ребенку. Как можно шире ножки разводим, коленочки широко. Сводим. Еще раз. Разводим коленочки. Сводим. И последний раз. Разводим коленочки. Сводим. А теперь ножки широко поставим. Сидим. Ножки широко. Спинка прямая. Если спинка не прямая, можно потренироваться и ручки назад.
Ручки назад смотрим обязательно вперед. Следить за ребенком, чтобы он не сутулился. Спинка прямая. Спинка прямая. Ручки поставили на пол. Ручки на пол. Потянулись в правую сторону. Медленно, медленно. Другой ручкой сверху. В левую сторону. Еще раз. В правую сторону. В левую сторону. Развернулись к ножке. Ручки в сторону. К ножке к правой. И погладили. Хорошая ножка. Ниже, ниже. Молодец. Повернулись. Повернулись к левой ножке. Погладили левую ножку. Стараемся держать коленочки на полу. Вот. А теперь упражнение «Ловим рыбку». Ножки широко. Ловим рыбку. Вперед. Ловим рыбку. Вот так. Вперед. Как можно ниже. Хорошо. Делаем. Ловим рыбку еще чуть-чуть. Коленочки прямые. На полу лежат. Вот. Ножки соединяем. Ножки соединяем. Складочку. По возможностям ребенка. Аккуратненько к ножкам. Потянулись к ножкам. Давай считаем до трех. Раз, два, три. Обратно поставили ручки. Еще раз потянулись. Раз, два, три. Обратно поставили. А теперь пяточки разминаем. Вот так. Рисуем кружочек. Вот. Кружочек рисуем, носочки тянем. И потянули носочки. Потянули, потянули, посчитали до трех. Раз, два, три. Все, ножки собрали. Аккуратненько встаем. 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 Наверх потянулись. Последний раз. И вниз ручки опустили. Еще раз потянулись наверх. И вниз ручки опустили. Спасибо большое за зарядку. Проводите со своими детьми каждое утро.